Добрый день, мои дорогие любимые. Еще раз хотела показать. Посмотрите, люди идут и идут. Идут и идут. Кто-то возвращается, а кто-то только идет. Все, я уже на выход. Посмотрите, сколько людей. Я уже на выход. Не планировала вообще. Совсем хотела вдруг... другие места пойти. В Алунелу хотела, на Комсомольское хотела. И что? Это уже начало третьего, даже и не знаю. Хотела пройтись. Посмотрите, сколько людей идут. Но жарко очень. А солнце, конечно. Так в тенечке посидеть хорошо, аж прохладненько. А на солнце очень жарко. Ну, хотя облака есть, посмотрите, какие облака. Все идут. Так что приходите, приходите обязательно. Обязательно. Кто успеет, я не знаю, до которого времени они. Не буду говорить. Женщина продает свои поделки. Вот музыка началась, а я ушла уже. Может, штучки набегут. Еще раз так покажу. Покажу вам. Немножко ботанического сада. Не думала, что я опять задержусь. Очень времени много уходит вот так где-то застрять и все. А то, что куда хотела, уже все. Уже не знаю. Так что вот так. Все планы у меня перебились сегодня. Идут, посмотрите, сколько людей. Нескончаемый поток. Все идут на концерт, наверное, сейчас вот будет. Может, попозже. Наверное, там готовят, подготавливают. Просто музыку сейчас включили. Все, всем хорошего дня. Сейчас еще вот до того белого куста подойду, посмотрю, что за кустик, то я прошла и не заметила. Как я видела его, но не подошла. Ближе. И идут, идут, идут. Всем эти брошюрки раздают. То, что и мне девушка дала. Все на скамейках сидят. Машет. Машет. Так. А, это. Невеста, да? Или как писали правильно? Это какая-то поздняя, наверное, да? Да, да, да. Но уже тоже так уже. Пожелтело. Ой, пахнет, пахнет, прямо пахнет. Да. Так, там не пройти. Ну, а туда идти нет. Так, ну все. Всем хорошего дня. Прекрасного, отличного настроения. Будьте добрее. Всем мира и добра. Ой, такие кусты, да? Какие веточки. Прямо длинненькие такие, интересные. Этот вверх куст, а этот вниз. Ветки наклонились. Все, всем пока-пока.